Всех приветствую, друзья! И сейчас у нас будет внезапный обзор на Xiaomi Redmi Note Pro 64 гигабайта, 8-я версия. Вот так выглядит данная коробочка, эргономично все. Продавец позаботился о том, чтобы телефон не выпал, положил дополнительные аксессуары. Чехол, булавочка для сим-карты. В нем идет, получается, две сим-карты и один слот для SD-карт памяти. В комплекте зарядное устройство Type-C. Ого, тут зарядка 3 ампера. Представьте, сколько оно будет выдавать. Очень мощный плачок. Посмотрите. Цвет драгоценного камня вообще четкий. Посмотрите на него. Камера какой тонкий. Type-C уже идет для звука, 3.5 мини-джек. И Redmi Note 8 Pro. 6.53 дисплей данного экрана идет. High Performance MTK процессор идет 8-ядерный. Получается 4500 аккумулятор, миллиампер и 64 мегапикселя Ultra HD Resolution камера. И проверяюсь. Как меня видно, скажите? И нажмем фото. Конечно, вот снизу вот это лучше удалить, чтобы Redmi не писала. Ein, zwei, drei. Также тут есть кнопка экран блокировки. Все, кому понравился данный телефон, покупаем. Ссылка в описании. Лайк, подписка.